смотрите видео-версию проекта «Возьми меня, мама», проекта, цель которого – помочь детям обрести новый дом. Сегодня мы в гостях у прекрасной Августины. Она только что вернулась из школы, и сегодня мы будем вместе делать уроки. Портфель у 9-летней Августины неприподъемный. Она любит носить в школу все учебники. Каждый раз воспитатель уговаривает ее выложить хоть одну книжку, чтобы было легче. Но Августина непреклонна. Все учебники должны быть под рукой. Даже нелюбимые. Среди них русские и немецкие языки. Девочке больше нравится решать примеры. Ты, наверное, будешь экономистом. Да? Кем хочешь быть? Я хочу быть... Ну, с таким именем тебе нужно... Воспитателем. Воспитателем? Очень хорошая профессия. Ну, с таким именем тебе нужно быть звездой. И псевдоним мне нужно придумывать. На сцену выходит Августина. С уроками Августине иногда помогает старшая сестра Ульяна. Ей 11 лет. К сожалению, с ней нам не удалось познакомиться. Во время съемок Ульяна отдыхала в санатории. Ты скучаешь по сестренке? Да. А вы дружны с сестренкой? Да. Как вы друг другу помогаете? Никак. Деремся. Деретесь? Да вы же девочки. Да еще с такими именами. Августина, Ульяна. Как вы деретесь? Подушками? Нет. А как? За волосы, наверное? Нет. С колготками. Чем? С колготками. Колготками? Приехали к нам в том году, год назад, почти ровно год назад. Она самая была маленькая у нас, как маленький мышонок. Она прям за этот год нас расцвела, стала большая, красивая, хорошая. Ну, они вместе с Ульяной между собой дружны. Иногда они ругаются, ссорятся, мирятся, помогают друг другу. Ну, девочки учатся в меру своих способностей. Ульяна немножко посильнее, Августина послабже. Но за этот год, конечно, у нас прогресс есть, потому что мы с ними занимаемся. Школа ходит, на занятия, на кружки, дополнительно занятия с ними, чтение дополнительное. Уроки сделаны, можно и поиграть. Августина показывает нам любимого мамонтенка. С ним и другими мягкими игрушками она играет в школу. Двойки ставишь? Нет, пятерки. Ты добрый учитель? Да. Да. С куклами Августине не везет. Они не выдерживают детской опеки и быстро выходят из строя. Игрушечного карапуза, который кушает и плачет, как настоящий ребенок, девочка уже несколько раз заказывала Деду Морозу. Какие у тебя куклы любимые? Барби. А ты нам покажешь? Нет, а где они? Сломала. Сломала? Сестра, наверное, когда дралась, да? Единственное, чего не хватает Августине и ее сестренке, это настоящий дом. Такой же уютный, как она сама смастерила. Девочки ждут маму. Всегда. И мы верим, что их мечты сбудутся.